Герои неба. Виктор Талалихин, летчик, герой Советского Союза, одним из первых применил ночной таран. В 20 лет окончил военную авиашколу по специальности летчик-истребитель. За первые два месяца Великой Отечественной совершил 50 боевых вылетов. Ночью 7 августа 41 года при отражении налета на Москву сбил тараном немецкий бомбардировщик, был ранен в руку, но сумел покинуть самолет. За этот подвиг Виктор Талалихин был награжден звездой героя, а его подвиги узнала вся страна. Он продолжал защищать небо над Москвой, сбил еще 3 самолета противника и погиб в воздушном бою. Виктору было всего 22 года. Именем Талалихина названы улицы в России, Украине и Белоруссии. В его честь установлены памятники. Его имя навечно внесено в списки 177-го авиаполка ПВО. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.